Каждый человек обязан, по меньшей мере, вернуть миру столько, сколько он из него взял. Когда мама спрашивает, почему такой бардак в комнате, надо отвечать, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Кто ни разу не совершал ошибок, не пробовал ничего нового. Различие между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь иллюзия, хотя и стойкая. Любовь, временное недомогание, излечиваемое свадьбой или удалением пациента от влияний, под действием которых он заболел. Это болезнь, так же как костоед и многие другие недуги, распространена только среди цивилизованных рас, живущих в искусственных условиях. Варварские народы, которые дышат чистым воздухом и едят простую пищу, свободны от ее бесчинств. Иногда она воистину губительна, но по большей части для лекаря, а не для пациента. Затруднение – возмездие за постоянство. Лучшее средство от пасмурных дней – быть в окружении светлых людей. Только шаги навстречу друг другу сокращают расстояние. Любовь. Сколько необъятного в этом смысле. Какой океан в одной слезе. Какое небо в одном взгляде. Какая буря в одном вздохе. Какая молния в одном прикосновении. Какая вечность в одном мгновении. Жизнь коротка, но человек вновь проживает ее в своих детях. Разумные доводы еще никого не убеждали. Если даже он осужден, не будучи виновен, то он виновен, будучи осужден. Ничто от этого не меняется. Знаете, что дает женщине право парковаться в Лос-Анджелесе на стоянке для инвалидов? Первый размер бюстгальтера. Я хочу быть только его женщиной, и ничьей больше. Вчера, сегодня и всю жизнь. Я думаю, что мы должны быть честны друг с другом. Мы вместе, а значит, мы должны уважать друг друга и уважать свой выбор. Я считаю, что мужчина должен быть грубоватым, смелым и сильным, чтобы я могла быть нежной слабой трусишкой, о которой так приятно заботиться. И даже если я сильная, я должна быть слабой. Есть только один истинный рай, потерянный рай. Женщина всегда видит везде двойной смысл, даже там, где его нет. Там же, где он есть, женщина вообще не видит смысла. Каждый ваш совет – это исповедь. Ведь советуя, вы в чем-то себя раскрываете. Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
не экономь на душе, не наготовить запасов там, где должно трудиться сердце. Отдать – значит перебросить мост через бездну своего одиночества. Сожалеть о любви – значит по-прежнему любить. Если не любишь, не сожалеешь. Женщина – самая явная живая плоть, которая излучает самый нежный свет. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку. Душа подобна дереву, на котором перочинным ножом вырезаны слова и воспоминания. Если над женщиной может давлеть злой рок, то он должен выглядеть именно так, мужчина, который желанен и недоступен одновременно. Он заполняет ее целиком, но не принадлежит ей. Кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, что ж, услышит в другой раз. Любовь – бесконечная дорога, по которой двое идут навстречу друг другу. Но случается так, что по этой дороге идет лишь один. И если он любит, ему предстоит пройти всю бесконечность этого пути. Он идет за двоих. Война дворцов ведет к разрухе хижин. Когда узнают правду, то жалеют о лжи, как о потерянной невинности. Возраст – это все, что осталось от прожитых лет. Когда нас понимают до конца, это конец. Все радости призрачны, и горевать о том, что они упущены, мелочно и даже смешно. Всякое уважение к чему-нибудь есть произведение достоинств ценимого, умноженных на сферу понимания ценителя. Если не желаете нажить себе врагов, то старайтесь не выказывать над людьми своего превосходства. Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему. Тогда он лжет грубее и попадается. Все стрессы, которые мы испытываем, вызываются неприятием того, что есть. Все, что вы хотите дать человеку, которого вы больше всего любите, дайте это себе. Для людей, которые испробовали все, но ничего не помогало, последний способ – это погрузиться внутрь себя. Для того, чтобы ощущать себя жертвой, нужно много энергии. Когда люди влюблены, они ценят другого за схожесть, когда люди любят,
они ценят в другом отличие. Когда путь не ясен, держись людей мудрых и осторожных, рано или поздно они находят удачный выход. Лучший способ достигнуть желаемого – пренебречь. Люди уродливы обычно мстят другим за шутку, которую сыграла с ними природа. Поймите, наши полицейские каждый божий день рискуют жизнью ради нас. Им предстоит тяжелая работа по обеспечению общественной безопасности и привлечению к ответственности тех, кто нарушает закон. Потребовалось много крови, пота и слез, чтобы достичь того, что мы имеем сегодня. Но мы только начали. Сегодня мы всерьез начинаем работать над тем, чтобы мир, который мы оставляем нашим детям, был хоть немного лучше, чем тот, в котором мы живем сегодня. В чем Вашингтон нуждается, так это в надзоре взрослых. «Сними тапочки в спальне». «Надень свои походные ботинки», — сказал он. И его голос стал громче, когда нарастали аплодисменты и возгласы возгласов. «Избавься от этого. Перестань жаловаться. Хватит ворчать. Перестань плакать. Мы собираемся нажимать. У нас есть работа». Ход этого конфликта неизвестен. Но его исход ясен. Свобода и страх, справедливость и жестокость всегда находились в состоянии войны, и мы знаем, что Бог не нейтрален между ними. Думаю, по чьим-то действиям можно судить о некой стабильности и целеустремленности, возможно, созданных сильными религиозными корнями. Я имею в виду, есть определенное терпение, определенная дисциплина. Я думаю, что религия помогает вам достичь. Дерево есть дерево. Сколько еще нужно посмотреть? Страхование по безработице – это заранее оплаченный отпуск для халявщиков.